обычно это все медленно, медленно строится, медленно делается, медленно переживается. Потом внезапно что-то появляется, получается, идея всегда страшна. Когда страшно, человек делает, когда делает, разочаровывается. Когда разочаровывается, одни бросают, другие дальше идут. Так человек разочаровывается, начинает думать, что делать, начинает обучаться, пробует с кем-то советоваться, пробует где-то обучаться, пробует смотреть, что нужно, опять что-то предпринимает, где-то получается, где-то не получается. У одних это видоизменяется во что-то, перерастает в другое, там начинает чуть-чуть больше получаться, перерастает в другой бизнес, о старом забывает. Но это все эволюция. Evolution. И это все, оно вот так вот устроено. Все устроено, и когда человек, вот я работаю на Тамару, ушла от Тамары, начала работать сама, у Тамары все хорошо получалось, у меня ничего не хорошо не получается. Потому что ты не прошла путь Тамары, но у нее до этого момента, когда она там стала и много начала зарабатывать, у нее было там 6-7 лет. А что же мне делать? Пройди путь Тамары.